Хо-хо-хо! С наступающим! Это новогодние байки Хованского! Новый год – время праздника, но не для всех. Для большинства подростков, как и для меня в те времена, это повод нажраться, наквакаться, посмотреть на елочку, на салюты. Вот, собственно говоря, однажды я так отправился отмечать Новый год к своему другу Пургену, который был прототипом для пацанов с Дыбенко персонажа. И там вроде все должно было быть шикарно, но была одна маленькая проблема. За нами постоянно должна была наблюдать бабушка. Бабушка, сами понимаете, это не мама и не папа. То есть у бабушки другие критерии доебчивости, но все равно она заходила, проверяла нас периодически, спрашивала, что пьете. Мы говорим вино, хотя вина была одна бутылка. На самом деле просто для отвода глаз, все остальное было водка, всякая хуйня. Коньяк, по-моему, был. И что еще важнее, был самогон. Этот самогон был похищен в течение года у этой самой бабушки по такому принципу. То есть Пурген туда залезал, сливал немного самогонки себе в бутылочку и доливал водой. Казалось бы, идеальное преступление, но со временем бабушка просто поняла, это было не в Новый год уже, а много дней позже, и очень сильно расплакалась. Вот так-то довел человек бабушку до слез, типа. Но, надо сказать, методика держалась довольно долго. Он отливал из разных банок, из разных везде доливал водой, и в итоге градус понижался ниже 40, уже там самогон не горит, ничего. Ну, в общем, ближе к делу. Отмечаем мы Новый год, постоянно заходит бабушка, спрашивает, как мы. Один чувак уже совершенно не в адеквате. Я помню, он сделал коктейль, говорит, это новогодний коктейль. Смешал весь алкоголь, который только у нас был, и плюхнул туда еще немного оливьешки, типа. Размешал всю эту оливьешку, так что она превратилась в такую мутную жижу, короче, и выпил ее. После этого он сначала где-то час смеялся, типа угорал с голубого огонька, или ну там какая-то хуйня шла по телеку, а потом начал плакать, и просто непрерывно плакал, и плакал, и плакал, и никто его не мог остановить. А мы пошли в баню. И бабушка нам не хотела разрешать идти в баню, но мы все-таки взрослые люди, короче, блять, мы сказали, что пришла пора принимать взрослые решения, сами растопим, сами все сделаем, сами попаримся, блядь. Ну, короче, мы попарились, блядь, не слили воду из этой ебаной печки, нахуй. Она к утру 1 января превратилась в лед, и печка прямо, блядь, как в фэнтези каком-нибудь раскололась, знаете, просто огромный разлом, который еще перешел, блядь, вниз, вверх, будто вся баня готова, нахуй, пополам расколоться. Ну, приблизительно так же, кстати, чувствовала себя моя голова поутру, блядь, потому что подростковый алкоголизм – это не круто. И вообще алкоголизм не круто. Нельзя смотреть, нельзя прерывать, я заебусь синхронить мультикам. Ты, надеюсь, запись не выключал? Я нажал разок. Ни в коем случае не нажимай, пока я не сказал мотор, и ничего не проверяй, пока я не сказал проверить. Инициатива наказуема. Вполне вероятно, то, что в предыдущем... Я заебусь синхронить, думаешь, мне весело сидеть? Да, да. Ёбаный в рот, нахуй. Вполне вероятно, то, что там брюхо, и вот так вот, и камера, блядь, будет. Вполне вероятно, что ты жирный, блядь, снимай. Все, завалили ебальник, блядь. Дедушка будет это, нахуй, байки рассказывать, блядь, новогодние. Была смешная хуйня. У нас чувак еще в Пензе захотел себе устроить праздничный фейерверк. У него тогда было что-то вроде 6000 рублей или 4000 рублей. Ну, вот такое приемлемое количество. А он посмотрел фильм какой-то, где америкосы отмечали День независимости, и захотел здоровую такую хуйню, где куча всяких ракет, и они, типа, стреляют по очереди, так расходятся, типа, ну, чтобы эпично отметить на участке с друзьями, типа, блядь. Поехал за петардами, блядь, на рынок какой-то, ну, там, где пиротехника продавалась, посмотрел и охуел. Там, ну, за его 4, или не помню, ну, 6 тысяч, только вот 2 хуя на воротник, все стоит пиздец дорого, все
пиздец какой, ну, типа, навороченный. Он такой, ну, типа, чё я буду хуйнёй страдать? В итоге нашел чувака. Чувак, по-моему, еще барыгой был, блядь. И он еще и фейерверки продавал, короче. И тот ему на эти 6 тысяч нагрузил кучу таких ракетниц одинарных. Ну, сейчас такие на Алихе, наверное, вообще за копейки продаются. Но, сами понимаете, в те времена достать такие вещи, кучу фейерверков. И чувак загрузил себе в тачку всю эту хуйню. Привез на участок. Решил поставить, короче, соорудил. Ну, человек все-таки был рукастый. Обмотал, короче, всю эту хуйню скотчем, блядь, строительным. Ну, чтобы получилось, как вот, ну, блядь, как не промышленная, а как, ну, вот, блядь, как они продаются, нахуй, сейчас. Такая здоровая, красивая. И он, короче, взял всю эту хуйню, поджег, отбежал и ждет, короче, пиздатого фейерверка. Только фишка в том, что из-за того, что хуйня была смотана, одна ракетница как-то завалилась и, типа, перевернула всю эту хуйню. Ее сначала немного помотало, и потом пальнуло почти всеми ракетницами прямо в девятку, нахуй, чувака, на который он всю эту залупу привез. У него там вмяло, нахуй, выдало какое-то стекло, такое, ёбаный в рот, вот это, блядь, отметил с размахом. Поэтому помните, пиротехника — это удел профессионалов, людей, у которых и так уже пальцев на руках не хватает. Однажды я сидел в ментовке в Новый год. Вот практически 1 января. Я говорил вам, что меня достаточно часто забирали. Но забирали в основном летом, когда можно было распивать на улице. А тут я просто очень пьяный, поссорился с хозяином вечеринки. На каком-то совершенно дебильном основании. Я редкостным ебланом был. Да я сейчас редкостный еблан, типа... Там, по-моему, купили только Туборг, а я его, блядь, терпеть не мог, нахуй. Я такой, я не буду пить это пиво. Я пойду, короче, покупать себе сам пиво. Чего я не учел, это то, что в Новый год на улицах работают одни только менты. Вообще, ни один, нахуй, магазин, ничего. Просто я думал, ну, блядь, ну кто-то же должен наживаться. Нет, вообще, все, нахуй, закрыто. Но менты работают только так. Я что-то... Побродил, пьяненький, сел на остановку. Автобусы уже, конечно, не ходят, но мне же нужно как-то собраться с мыслями, перевести дух. Подъезжают. Кстати, с остановок очень часто забирают, по моему личному опыту. Никогда не сидите нахуй на остановку. Самое опасное место. Хуже, чем по дороге идти, блядь. Ну вот, блядь, подъезжают, забирают меня. Привезли неподалеку. Я сижу и смотрю, там, короче, какой-то бомж сидит в аквариуме, блядь, ёпта. И, типа, ломится, кричит что-то, ну, хуйню какую-то втирает, обычную бомжатскую, типа, мне дома ждут, знаете, типа, блядь, меня дети там, а по нему видно, что его вообще уже никто не ждет, лет как 70, наверное, нахуй. И, типа, я такой, вы че же Деда Мороза задержали, что, как же он подарки-то повезет? Ну, менты посмеялись, но я все равно там сидел часа два, блядь. Пока оформляли, выписывали что-то за распитие. Ну, я, естественно, с чем-то был. То ли, блядь, конину тогда из фляжки пил, то ли какая-то такая хуйня. И еще пытался права качать по пьяни, типа, а же из фляжки. Я же не распиваю из бутылки, это же фляжка, там что угодно может быть. Ну, в частности, там какой-то бренди, по-моему, было. В общем, дикая история. Еще, кстати, у меня одного другана забрали за Новый год 2 раза, тоже менты. И он просто был жутко пьяный, и он должен был идти в соседний бар, где все собирались, типа, там буквально перейти дорогу. Он был с 2 друганами еще, 2 другана ушли совершенно спокойно, а чувак сказал, я вас догоню. И вот он, короче, когда пьянющий выходил из бара, пытался сообразить, как перейти, а там что-то... То ли Московский проспект, то ли вот, ну, какая-то такая залупа, знаете, которую хуй перебежишь. Вот, типа, пошел искать переход, и пока искал, нарвался на патруль, блядь. Они такие, сейчас мы тебя, короче, в вытрезвитель повезем, будешь сидеть до утра, блядь, нахуй. Ну, запихали его в этвозик, начали мурыжить, типа, блядь, давай, там, что, у тебя деньги какие есть? Ты такой, никаких денег у меня нет. Все, ну, его, короче, покатали, видимо, блядь, себе дороже, никуда не повезли. Высидели там на том же месте, блядь, он такой, ну, ёбаный в рот, подумал, все, надо идти в бар, начал перебегать, короче, дорогу, его прямо на другой
стороне, блядь, этого проспекта, нахуй, другой Бобик, блядь, такой. Ты куда бежишь, долбоёб? Тут ты куда? Жить надоел? Ну-ка, давай-ка, нахуй, ты чё, блядь, пьяный, ебать? И вот эти уже добросовестные отвезли его в отделение и оформили ему какую-то нелепую хуйню. Ну, хоть не вытрезвитель. А вот и отсюда можно извлечь мораль, друзья. Даже в состоянии крайнего праздника сохраняйте человеческий облик. И не перебегайте в неположенном нахуй месте дороги. Доебутся. Точно доебутся. Ну что, мы снимаем? Ехай, Федя, ехай, давай. Что ехай? А ты что, еще не видел? Свини. Бля, я все время охуеваю, пластика окон, это реально. Окна нового поколения, друзья мои. Обязательно перейдите по ссылочке в описании и зацените. Ехай. А вот вам веселая история из университета, связанная с Новым годом. У нас был один очень злой математик, совершенно неадекватный, который, ну, грубо говоря, дрочил студентов, и все его очень боялись, ни у кого практически не было зачета перед Новым годом, но нам где-то в середине семестра старшаки сказали, короче, что с этим чуваком будет верняк. Типа, он каждый раз под Новый год уходит в запой. У него там, типа, пиздец запой, там жена уходит, нахуй, ему на все похуй. И, типа, нужно ему просто бутылочку коньячка принести, типа, там, на экзамен, на зачет, он сразу там тяпнет, он уже все, пойдет во все тяжкие, обычно он встает такой, ну ладно, всем, короче, зачет, все свободны. И у нас, короче, народ проебывался, вообще хуй забил, зато, как нахуй нужно сдавать, вот последний день, срок, ну, чтобы в ведомость попасть, чтобы без допсы, без всей хуйни, все пришли, веселые такие, блядь, и все накупили, короче, у нас девчонки, типа, это, да, парни все, и коньяк, нахуй, там, это, менту финская, блядь, которая как мята на вкус, блядь, всякие, все принесли, а он сидит такой, я, говорит, больше не пью, мне все это спасибо, я, говорит, конфеты возьму, вкусные, шоколадные, а это мне все, говорит, не нужно. И в итоге выебал всех. Сидел злой, как черт, блядь. Вообще въебал. Ну, там, кто-то, конечно, ему сдал, блядь, задроты, нахуй. Но, типа, он просто ебал нещадно. И я его понимал, друзья, потому что иной раз, когда выпить-то хочется, блядь, под Новый год, а нельзя, блядь, и не такую хуйню творишь. Поэтому Новый год можно расслабиться. Особенно, если вы тот еще сукин сын, блядь, нахуй, упертый черт ебаный, блядь. Хотя бы под Новый год позволяйте себе немного праздника. Ну, вот и подошли к концу новогодние байки Хованского, друзья мои. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, не забывайте жать лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, делать его активным, чтобы не пропустить ни одного видео. И мы с вами встретимся в новом году. Ну, в смысле, нет, у меня еще будут ролики, очевидно, до Нового года. Просто я доживу до Нового года, и мы увидимся и после праздников, и перед праздниками. Может, буду стримить в Новый год, как Озон один. Увидимся.